Снова здрасте, трескоеды, трескоедки. На Соломбале и в центре кураж... Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Акватория Фактория. Выдвинулись мы по магазинчикам. Ты что, палочка, хочешь? Какое вставь, Палыч, слово? Мои зрители и подписчики любят, когда ты вставляешь слова. Тебя очень любят, Палыч. Ну? Ты куда, тетка? Все. В общем, едем мы. Пузенька. Нужно. Правильно. Грунт женщина надо мне вчера. Вся. Вся? Чтобы все было, да? Пускай, было за... пускай выходит. Мы уже она выходит, квартале. Выходит, я уже ей позвонила. Она уже выходит. Вот. Грунт надо купить, вчера мы нигде не увидели, сегодня мы поедем, сейчас заедем в Макси в Большой. Если там нет, поедем в Мегу, поедем в Леруа Мерлен, и Зоюшку с собой позвали. Говорю, если хочешь, там куда-то ей тоже чего-то надо, но по пути куда-нибудь заскочим, заедем. Ух ты, собачками гуляют. Собачка. Вон она, по-моему, идет, да? Ладно, ждем, ничего. Вон она, это же... Ой, костыли уже несет. И костыли уже несет, Зоюшка. Ну вот. Сейчас выйду, надо там костыли, может быть, в багажник влезут. Сейчас я выйду. Подполье. Подполье было. Не болтала, смотрите, ребят, какие. Два раза набирала. Деревья красивые, ребята. У нас туман сколько дней стоит. Туманище вообще. И морозец. Сегодня 19 градусов, опять мороз. Ну, сейчас поменьше, уже 16. Вот смотрите, какая красота. Вот я в окно глянула. У меня 16 показали. Туман, 16 сейчас, 16. А потом поглядела, нет, говорю, деревья в линии, и кажется, Вот. Солнце опять такое, солнышко, поедем против солнца, придется опять очки надевать, очки от солнца. Приехали в наш Макси, большуханский наш, в огромный Макси, не задавите, ребятки, нас. Там мы с телефонами тут машемся, давай, дяденька, чего, проезжай, пропускает нас, а там не дяденька, там тетенька. Дяденька бы поехал, не задумываясь, а тетенька притормозила, все твое? А какая разница нам? Задняя, передняя, я все равно путаюсь тут. Я захожу в один вход, а выхожу всегда в другой вход. Я вообще такое тут блужу. Вот. Все равно не выйдем все двери, в которые заходили. Надо как-то запомнить, понимаешь? Надо постараться? А хрустит все под ногами-то. Вот. Что? Парень. Какой парень? Который впереди нас обогнал. Не поняла. Я даже его не заметила. Какой парень-то? Да впереди нас заметил. Вот в эту дверь заходил. А тут не работает? Шумно. Чистят, пылесосят. Что-то народу никого суббота. Еще все спят. Обычно в Максе тут муравейник. А сегодня, видишь, как рано будет. Народу никого. Ну что, пойдем куда-нибудь? Что пойдем-то? Надо почитать, знаешь, где идти. Что на это, ну, как называется она? Где чего находится? Путеводитель. Ну, мне тряпок не надо, Зой. Ты хочешь, так? Мне не надо, у меня своего тряпья носить, не переносить, ты понимаешь? Своего барахла. Тебе чего надо? Мне надо дачный, магазин дачный. Сейчас почитаем, где чего. Путеводитель. Ну, как же, обязательно. Остин. Вот они, новые возможности. Глория джинс, да? Глория джинс. Оптика. Что, говорит, надолго поедешь-то? Я говорю, а чего лежать на кровати? Я буду навсегда. Ну, чего? Так, Литуаль. Вот, уже сколько времени собираюсь. Ага, она надул губки опять, да? Да, опять губки надул. Губоцкий. Что так ты? Маленький, блядь. Сам да, сходи, да. Блядь. Пять раз-то, блядь. Ах что ты, пошли его, пусть скажи, пошли его, пусть идет. Что ж ты, милоцка моя, Губоцкий надула. Хорошо, не люблю, когда народу много. Вчера что-то делала, что-то я вчера делала. Чего? А, хлеб тут. Давно лежал, думал, в дороге, вот тут. Он тут суется. Я тебя люблю, я думаю, иди не мешай,
Чего ты так грубо на меня? Я говорю, так нет, меня жарит, цветет, горит. А он с любовью тут со своей, да? Я жрать готовлю, а ты с любовью, да? Так, да, мы сейчас как раз с тобой, мы так с тобой хорошо зашли, что мы пройдем все отделы. Пошли? Если ты хочешь тряпки, пошли, если ты хочешь. Если ты хочешь. Куда не знаю. Если тебе куда-то надо, пошли, посмотри. Чего пришли? Так чего не походить-то? Почему не попросить-то? Ну да, пошли. Пойдем на второй этаж съездим. Чего ты там? Пусть палочки там загорают у нас в машине. Вот продуктовка. Пошли сюда в продукты. Продукты. А что продукты? Мне... А, я унесу ему. А, ну тогда все. Последним сюда ходом. Все правильно. Да, мы продуктов-то не надо, а если я грунт куплю, конечно, правильно, Зоюшка, ты говоришь. Так, это куда лестница? Пойдем, пойдем. На паровозике прокатимся, может быть, а? А? На паровозике, говорю, прокатимся. Не хочешь? Это вниз, вон там вверх. Пошли вниз, вверх. Бесплатно, мы за деньги прокатимся. Зачем? Мы на набережной бесплатно прокатимся. Да, да, да. Да. Города, красивый все-таки. Макси у нас, да? Красивый. Макси у нас. Надо так, надо в другую руку. Пойдем посмотрим. А что, маловато шапка тебе резиновая? Она мне посмотри, конечно, у нас авторские будут, наверное, мне влупят. Ну да ладно. Ну да ладно. Ничего. Я что-нибудь наложу какую-нибудь музыку другую, запутаю, а? Мне не нравится. Что не нравится? Футболка, что я на фитнес хожу. Я говорю, главное, что мне нравится, а остальное мне не нравится. Кому не нравится? Богдановой. Господи. А мне? Голубая тут. Странные люди, ну как можно вот так сказать человеку? Мне твоя футболка, а ты мне вообще не нравишься сказать. Так что теперь? Заройся в землю. Не нравится. Главное, что тебе нравится. Вот такие странные. Мне не нравится. Офигеть. Не нравится, я завидую молча. Я вообще не понимаю таких людей. Как можно нравится, не нравится? Ты ходишь, твое это, носи. Хочу на Зенден. Так. Лишь с тобой, лишь с тобой. Давай, давай посмотрим. Вот путеводитель. Путеводитель, нитеводитель. Посмотрим. С Зоюшкой. Нам надо спортмастер. Спортмастер. Королева? Нет. Мы находимся сейчас вот здесь. Королева. Мы находимся сейчас вот здесь. Вы здесь. Мы находимся, значит, около чего мы находимся? Вот снежная королева. Вот снежная королева. Мы находимся вот. Снежная значит, совсем другой королева. Надо. А спортмастер надо нам вот сюда. Какая красота, смотрите, да, кубы какие висят. Красотища. Ладно, пошли искать спортмастер. Что? И растут, говорю, все тут. А как что они? Они цветы ведь любят на виду расти. Как они это? Ведь любят. Какая пальма? Да вот эти. А, я не понимаю, я цветов не развожу, не сажу, не люблю. Ни они меня не любят, ни я их не люблю. Вот цветы, я не понимаю ни одного цветка, кроме ромашки. Только ром, а? С патифилиумы-то, а у меня вот не цветы. У Юли хорошо цветы растут, да. Вот он. Вот он, этот я знаю тоже. А? Цветочек, про него ты говоришь? Да, с патифилиумом. Спатифилум вроде бы он. Ну, может, спатифилум. Да, ой, кто как называет. Хоть горшком назови, только в печку не и ставь, вот да? Женское счастье. Был бы милый рядом. Ну а больше ничего не надо. Но у меня цветам тесно. На кухне, Зоя, может быть, там запахи вот эти их притят им. Может быть. Зола Теранова. Может быть, да, тебе надо, может, от батареи убирать, да. Денежное дерево.
Бы. Нормально было. Приехала, полила, блядь, курица. Надо, знаешь чего, Зоюшка, нам с тобой сходить в театр. Мы с тобой давно не были в театре. Театр. Конечно. Пока еще вот идет этот сезон, надо сходить обязательно в наш театр. Я уже не была, вот с этой пандемией чертовой я не была. Смотри, и все, уже раньше мы раз в полгода хорошо постригли. Хорошо, отлично. Так коротенько, как пацаны. Ну что, отрастешь, что? Любишь ты? Ну, ну опять никто и попала, да? Никто и попала? Объясняла, объясняла. Или у меня склад головы такой, что... Да ну прямо склад головы. Ну так. Вот что я стрижки и не делаю. Думаю, обкорнают так, что... Тут забрал, прибрал как надо. Хвостик замандал. Замандал. Ой, нашли спортмастер. Да на чё. Раньше мы в театр ходили стабильно раз в полгода. Как минимум, на каждую премьеру ходили. Вот. А сейчас что-то... Не знаю, молодой человек, как с вашего лабиринта выйти? Ну вот, он, видишь, правильно я тебя повела. Правильно я тебя направила. Спортмастер. Спортмастер. Ну да. Так, ладно, идем в спортмастер. Шапочку Зои выбирать. Пловчихи нашей. Пловчихи, грачихи. Чего только нет, а громадный магазинище. Боже мой, конца и края не видать. С ума сойти. Такие площади, такие мощности. Куртки, брюки. Чего только нет. Вам какую нужна? Да попроще, подешевле. Я взяла тут где-то бирюзовую. А она мне все с ушей слазит. Уши большие. Не на резиновую, не такую, не тряпочную. А, ты резиновую хочешь? А что такую? А что такую не хочешь для бассейна? Для бассейна ведь, уши, да? Уши вода попадает. Да? Здесь попадает уши вода. Ну, если она матерчатая. Да? Конечно. Интересная. Апельсиновая, это больно волосам. Да ничего не больно, я ныряю один раз. Вчера оторвала, 4 раза нырнула. Вот резиновая, смотри. Бортика не разрешаю. 56-й резиновую, посмотрите. Где-нибудь цвет. Ближе бирюзовую. Это маленькая. Ой, это что-то 52-58. Ну, безразмерная. Безразмерная. Тысяча? Да, смотри. Обалдеть, Зошка. Какие этот. Цены. Так я целлофановый надела, да и ныряй. Что тебе еще за тысячу? Ну, смотри. Ой, хорошо как, симпатично. Очень хорошо. Еще и загнулась. Да, и уши не вывалятся. И с ушей не спадет. Ну, это свободненько. Конечно. Само то. Красота. Ну, вот, видишь. И дешево, и сердито. 350 рублей всего, да, дешка? Да, 349. Ну, вот. Эти возьму ее, да. Конечно. Под купальник себе. Да, очень хорошо. Пошли на выход мы. Спрашиваем у девушки выход. А девушка где? А то мы сейчас будем тут плутать до завтрашнего дни. Не выйдем. Она говорит, выход вот туда. Ой, выход сразу тут рядом. Наталья, сходите. Че? Наталья, надо сходить, номер телефона. Пойдем, и что, хоть ты еще опять отправишь, что ли? 10 лет ведь мужичку-то будет уйти. А что, Наталья тебя отправляет? Наталья мне отправляет. А ты сама не умеешь, что ли? Вы меня не подключен банк, ты. А почему не? Давай я тебе скачаю банк. Я? Так опять ничего. Да чего? На тот, на хороший телефон. У меня туда поставим банк карточку. Мобильный. Как не так подвязана, ты не пользуешься? Карточка. И так удобно. Не подвязана карта. Ну что, привяжем? Ну, а, у тебя к этому привязано, да? А, ясно. Ясно. Все, ну что, больше не... А, пойдем в продукты, да? Ну, в продуктах... Не продукты, ой, вас не упасть бы. Не пропасть бы. Посмотрю здесь. В тот раз Наталья билеты это Миша покупала, она его в Макси завела. Они тут ходили. Потеряли Мишу? Да чего они тут ходили, доходили, но она устала. Миша, это тебе. Не корову хвосты крутить. Так, пошли. Стоп. Продукты, все. Туда-туда, обратно пошли. Обратно пошли. Там у них, наверное, у них есть там и семена, и этот грунт есть. Они тут все обшастают. Я не люблю ходить вот по большим магазинам. Это вот любят бабы шопиться, да? Подожди, на выход прямо, да.
Ё-моё. Вот и ходим тоже, блудим, ребята. Пришли уже к выходу. Пойдем искать. А, да. В тех краях. Слушай, так нам надо на первый этаж, Зоя. Ой, точно. Мы же спустились уже. Господи, вот я не люблю вообще. Вот это... Шопинг это не для меня. Я терпеть ненавижу ходить по магазинам. Я вот и так хожу в магазин. Прихожу, видимо, за свою бытность. Мне это все так надоело. Мне надо, я чисто иду целенаправленно. Вот надо мне вот это и вот это. Я не буду ходить шариться и рот открывать. Вот труб... И вот есть ходят. В один отдел зайдут, все пересмотрят, перемеряют. И ничего не купят. В другой отдел опять зайдут. Все, фу, я не могу. Я не могу вот этого. Мне надо вот носки. Я пришла, купила носки и ушла. Все. Пойдем сейчас посмотрим. Зим, жарко так у них, да? Надо раздетым ходить. Жилище невозможно. Паровозик едет. Вот, сидит один ребеночек, катают. Вот дальше там тоже ведь пошли. Дальше, вот там тоже дачное все, видишь тут? Какой-то захудалый отдельчик. Раньше был, мне кажется, больше отдел. Вот семена, цветы. Так, огурцы, посмотрю. Я хотела сегодня свои разобрать, вернее, вчера семена. Хотела посмотреть, что у меня есть. Хрустик, Герман, Зятек, Теща, Мотылек, Маша, Динамит. И посмотреть хотела, что у меня из огурцов. Вот. Самые лучшие огурцы, ребят. Кураж. Вообще отличные. Пачечку взять. Вот семена, вот огурцы возьму. Лучше всех. Другие я не признаю. Я в прошлый год садила один кураж. Ничем не размножала их, не разбодяжила. И все, говорит, я посажу один кураж. Вот. Возьму, наверное, я две их на всякий случай. Они чем дольше, ну, чем срок у них нормальный. Вот, хотела посмотреть, чего мне еще надо. Вчера там накупила, так, нахватала на обум святых. Думаю, посмотрю, помидоров у меня много, у меня еще уральских помидоров много, мне Зоя привозила всяких. Вот морковка. Ну, тут все дороже, конечно, цены, лента «Королева осени». Я набрала тоже морковки, не буду больше ничего хапать. Лена, хватит уже. «Королева осени», какая она большая? Да, она хорошая морковка, я садила «Королева осени», «Нанская», вот эти хорошие морковки. Я там взяла витаминную. Еще какие-то, но я беру только на ленте, Зоя. Я на беру ленте? То, да. Я только, но их надо вот на ленте, их надо не одну брать. Какая грядка у тебя, смотри, я взяла, разных там набрала. Вот. Вот эти хорошие. А лента-то сколько примерно метров? А, читаю, ведь все написано тут. 8 метров лента. 8 метров, да. Ну-ка-то посчитай вот на грядку, сколько там. Даже на мою одну грядку ленты не хватает. У меня грядочки небольшие. Так, ладно, огурцы, что еще хотела посмотреть? Капусту, капусту мне еще надо, капусту. Вот это я точно знаю, что капусты у меня нормальной нет. Сейчас буду смотреть, ладно. Нашла я, что хотела, для томатов и перцев. И теравита нашла, 5 и 10 есть для рассады. Я взяла 5, и 10 взяла для томатов и перцев, он подешевле. Я буду мешать, так что, вот. Что ищешь? Надо еще взять. Ому для картошки, да, можно взять, да. Ходим, плутаем, как по лабиринту. Пойдем, Зоюшка, чего ты? У хлеба-то остановилась. Пойдем. Ой, в общем, все заблудились. Не ходим по путевым до магазинам, ребят. Ходим все, знаете, по подвальным шаримся. Где шаг влево, шаг вправо равносильно побегу. А тут вот ходим, что-то ищем, ничего найти не можем. Вот, ходим, бродим, местом одним водим. Боже мой, ничего не знаем где. Ничего где не знаем. Овощи теперь ищем, потеряли. Там, что за? Ну так веди, Сусанин. Куда ты завел нас, не видно низги. Идите за мной. Не дерите мозги. Ну пойдем посмотрим. Сидим, ребята, и не можем сообразить. Малтаем. Палыч. Соображай маршрут. Нам нужно еще фикс прайс заехать, потом заехать к Зое, а потом уже домой. Вот как нам удобнее ехать? Да, как удобнее ехать? Зоя говорит, надо сначала ко мне, потом фикс прайс. Я могу. Да, я говорю, надо сначала фикс прайс. Если, если по Ленинградскому он поедет, сначала первым будет фактория. Правильно? Русанова.
Фикс-прайс будет сразу. Фактория Русанова будет первой, правильно? Ну, а ты там дальше. А какой? Мы тебя отвезем. Потом снова возвращаться на факторию, что ли, Зоя? Так ты мимо фактории поедешь. Так фактория-то мы зайдем первый в фикс-прайс. Как хотите. Как вам? Вы... Палыч, навигатор, строй маршрут. Говорю, я ему все сказала. Он, я не понимаю, куда вас везти. Одна трещит в одну сторону, другая трещит в другую сторону. Я говорю, ты, Палыч, построй маршрут. Да, вообще там свариться можно. Вот. Палыч, скажи, маршрут построен. Ужас. Я не могу. Ой, я не могу, за Зоюшкой. Из-под нее теперь... Сережа говорит, ты заметил, я постриглась? Он вообще-то сквозь шапку еще не умеет смотреть. Он не рентген, а у него на задние глаза глаз тоже нету, ты разделась. Он только и думает, что зеркало, чтобы Зоюшку разглядеть. Он на дорогу смотрит. Ой, Зоюшка, ты смешная. Ну, ты, Зоюшка, смешная. Он говорит, зеркало, он только... Он только и косит на тебя своим карим глазом. Да, как бы Зоюшку. Каждый раз. Чего, зайка, скоро мне ноги будут. Пойдем с тобой потанцулем. А мы вот собираемся, не знаю. Он сказал, ноги сделаю и пойду, говорит, Зоя. Я говорю, куда ты пойдешь, Зоя? Он говорит, на танцы. А прифигела. Соседку встретила с третьей квартиры, тетю Галю. Видите, едет медленно и не в той полосе, его не обгонишь. Он должен идти по своей полосе, как мы говорим. И люди все, вот сейчас нас подрезал, проскочил мимо между, а ему не запрещено между ними. Не запрещено, так ты сам-то подумай. Ну да, а должен, по идее, в правой полосе. Конечно, он едет, эвакуатор моргает, он спецтехника, и он полосу занял, по которой обгоняют. Конечно, и он не корячится, знаешь, как Петруха вон на тракторе шурует. И вот сейчас мужик нас проскочил, хорошо мы тихонечко едем, так он прямо чуть не с маслом намазывать надо было, проскочил между... как бы этим эвакуатором и нами. Вот неправильно ездят, вот тоже водители кобылы. Ну, так такого посадили. Деревья-то, видите, какие? Хоть обратно красота какая. Умерла. Ой, Зоюшка, комментарии такие будут у меня там сзади. Я деревья красивые показываю, а она там маты гнет, заворачивает. Ой, какая красотень вообще, вот там. Вся, тут, же, там тут же елки. Чего я подставляю? Ничего я не подставляю. Все, я что, записываю, потом выставляю, то что, Зоюшка? Я деревья показываю красоту. Не могу. Вот, смотрите, как красиво на солнышке. Ну, камера, конечно, не передает такой красоты. На самом деле, вообще, это просто зимняя сказка. На камере все слито. Ну, оно не слито, оно не передает. Вот ни цвет не передает, ни вообще вот как-то почему-то, не знаю, хотя... Маты я гну. Очень красиво. О, видишь, опять ворчит, сидит. Маты я гну. С кем поведешься, с тем и насидишься, Зоюшка. Да. С кем поведешься, от того и наберешься. Ну что ты намякиваешь? Какая-то ну что? Труба отдельная. Ты на что намекаешь, царская морда? А? Меня опять терзают смутные сомнения. У Шпака магнитофон, у посла медальон. Ты на что намекаешь? Я тебя спрашиваю, ты на что, царская морда, намекаешь? Ой, приехали на факторию, господи, лицо ближе к дому, уже двигаемся, ребята. Сейчас зайдем в фикс-прайс, посмотрю, кисло-сладкий соус какой-то, всю Юля там нахваливает. Я уже, может, повторяюсь, потому что я Зое рассказываю, что на камеру говорю, рассказываю. Ну, ладно. Повторение, мать учения. Какое-то все нахваливает там. Очень вкусный, говорит, и мяско мариновала, говорит, в нем. И так по себе она вот... Нет, он сам очень вкусный по себе, она ест так... Ну, как приправа он. Соус, сейчас зайдем. Она даже этот, скажи, как его... Показала на камеру. Опять эти сидят, засранцы, да, напали на меня. Я думала, меня сожрут. Ну, я тут раз семечками его угостила, они налетели кучей. Я думаю, склюют меня, пойдем здесь. Ну, семечек-то как, может, хороший. Ну, я не тушу, опять летят за мной. Конечно, а как ты хотела? Как ты хотела, Зоюшка, конечно. Наводкой тук архангел огородком через турбулентовый простор.